На старт! Внимание! Марш! Болеем! Вот так проверяется дружба! Ни в коем случае не расстраиваемся. Главное – участие. Итак, победители Павел Иванов и Варвара Васильева выходят в финал. Наши, нарские. Болельщики готовы? На старт! Внимание! Марш! Болеем! Смотри, ой, помогает! Аплодисменты! Ну, случается такое! У нас же спорт, вот это главное! А на финише все это ерунда! Любовь, да молодцы! Все нормально? На руки бери и давай доноси до финиша. У нас по положению так. Аплодируем! И говори там, что надо. Я люблю тебя. Ребята, как? Екатерина, Алексей Костюкевич у нас вышли в финал. Вы у нас откуда, ребята? Кохлоярве, наши соседи по уезду. Пожалуйста, представьтесь. Монес Алексей и Монес Оксана. Вы, по-моему, не первый год участвуете в наших забегах. Да. Третий год уже. Третий год. Ну, к сожалению, в этом году удача не улыбнулась, да? Что случилось? Удача улыбнулась, то, что мы сюда попали, это уже хорошо. Да, да, такой замечательный праздник, так все красиво. Главное участие. Да, опять же. Да, ну, такое несчастье произошло, я немножко упала, когда мы бежали с мужем. Но было очень трогательно, муж подхватил вас на руки и донес до финишной черты, да? Он также вас в жизни носит на руках? Да, я даже готовлю на кухне. Мое любимое дело. Мое любимое дело. А какой у вас стаж семейной жизни? 9 лет. То есть это такое вот приятное разнообразие для жизни? Ну, это все моя жена, конечно. Я такой любитель других праздников. Но как бы мне понравилось, да. Подхватывает мой энтузиазм и соглашается на мои какие-то безумные подступки. Я понимаю, что жизнь надо разнообразить свою, поэтому как бы участвую с удовольствием. Оксана, такой вопрос. У вас очень красивое платье, вы такая красивая. Скажите, а это платье вы еще то, в котором вы ходили замуж, или нет? Нет, это, к сожалению, это я вот уже третий год подряд покупаю. Так что да, для забега специально. И извините, вы из Нарвы, да? Кохлоярве. Ну, спасибо большое, успехов вам. Вам спасибо. Спасибо городу Нарва за такой интересный праздник. Вообще, душа радуется. Спасибо Виру Проспект за спонсорскую помощь, за поддержку невест. Надеемся вообще встретиться в следующем году. Да, обязательно. Спасибо. Мы тоже надеемся. Спасибо вам. Да? На старт! Внимание, марш! Болеем! Давай, давай! Но преимущество присутствовало. Валерий Алексеев, Олеся Чернова, Нарва, Эстония. На старт, внимание, марш! Это такая своеобразная модель семейной жизни. Всякие ведь бывают. И мы узнаем сейчас пара четвертая финалистка. Сейчас они сейчас. Семья Батисовых, Иван Город, Россия. Итак, две Нарвы. Кохлоярве, Иван Город. Международный финал семейных пар. На старт! Внимание! Марш! Здравствуйте, Борисовы! О, Тони, молодца! Красавцы! Молодцы! Выиграли! А вы не победитель! Вот как бы бай! Я забегался совсем с вами. Горько! Тут уже горько кричал! Ждем! Круг почета! Давайте поприветствуем! Сбежавшие невесты 2016. Поздравляем, вы у нас одни из, вы победители одного из семейных забегов. Пожалуйста, представьтесь.
Артем Борисов. И Валентина Борисова, не город Ивангород. Вы первый раз участвуете или нет? Второй раз. А когда участвовали? В прошлом году мы победители семейного забега. Отлично, то есть уже дважды победители, да? И в том году какой у вас был приз? Поездка на остров Сарима на 2 дня в спа-отель. Ездили? Ездили. Да. Поздравляем вас тогда. Скажите, как готовились? Никак. Просто готовились морально. Почему участвуете? Очень нравится праздник. Это нас сближает, объединяет. Еще это наш творческое какое-то занятие. Мы сейчас второй год участвуем. Возможно, это станет традицией. А сколько у вас стаж семейной жизни? 4 года будет. 4 года, да, будет уже. Поздравляем. А вот еще одна пара, на которую просто невозможно было не обратить внимание. Не только потому, что очень красивые муж и жена, но и потому, что совершенно очаровательная крошка, которая сидит в совершенно невероятном экипаже. Будьте добры, представьтесь, кто вы, откуда. Мы семья Васильевых. Я Арина. Я Виталий. И дочка Мирея. И мы из Сталина. И... Который раз вы участвуете? Первый или уже были? Второй раз. Откуда вы узнали об этой акции? Я затрудняюсь ответить, возможно, через Facebook, через знакомых там. По-моему, через знакомую, да, девочку. Она меня пригласила 2 года назад участвовать. Почему решили взять с собой такую кроху? И она так прекрасно себя ведет. Почему решили? Наверное, она настолько любимая и мила, что хочется ее показать всему миру. Вот, просто хотелось ее нарядить и быть, ну, как-то поучаствовать активно всей семьей в этом забеге. Но вы не участвовали в семейном забеге, да? Нет, мы однажды уже участвовали, сегодня нет. Но однажды участвовали. Ну и хватит. А кто с этой крохой сидел сегодня? Ведь праздник такой длительный начался в 12 часов с шествием. Вот. По очереди наш папа любимый, да. Я какое-то время посидел. В основном папа, конечно, посидел, да. Ну, всего доброго, большое спасибо. Еще один такой вопрос. Я слышала, что вы, по-моему, один из спонсоров, да, этого мероприятия. Да, да. Один из спонсоров ресторан Суши Кинг, если вы об этом. Ресторан в Таллине, таллинский или нарвский? Ресторан в Нарве, и сейчас открываем скоро в Пярну тоже. Это микрофон. Хотя сами из Таллина. Да, сами из Таллина. Ну, спасибо вам большое за участие, за такой подарок, видите, такую прекрасную пару. Всего доброго, успехов.